Привет-привет, друзья! Лена Голд из солнечной Флориды. Хочу вам показать новые дома, которые модели построены. И очень красивая модель под названием Александр. Так же, как зовут моего сына. Поэтому мне очень нравится это название. Хочу вам показать планировку и как это выглядит. Здесь тоже два кар-гараж на две машины. Так, и... и смотрим. Так, мы зашли. У нас лестница получается по левую руку наверх. А здесь мы идем, сначала смотрим первый этаж. На первом этаже что у нас находится? По правую руку от меня это вход в гараж. Смотрите, какой гараж большой внутри. Есть там умывальник такой технический, можно там пользоваться, если надо. Так, и также по правую сторону здесь сделан вот такой небольшой шкафчик на входе, очень хорошо. С левой стороны на входе здесь сделан такой гостевой туалет. Очень удобно на первом этаже. Всяких вопросов. Идем дальше. Дальше мы заходим и видим ливинг. Какая прелесть, простор, красота. Очень интересно оформлено. И вот, пожалуйста, открытая кухня у нас на первом этаже. Здесь мы видим дверь, это пентри. Да. Можно сделать себе запас на любой случай. И смотрим. Видите, у нас сделан айленд здесь. Прекрасный. И кухонка пошла. Очень красиво сделан кварц. Такой. Мы видим кухню. Вот у нас. Можно ванные стулья. Да, вот так, на айленд. А можно и вот, пожалуйста, вам дайнинг тейбл. Очень интересно смотрится. Здесь же выход на патио. Видите, патио, оно под скрином, что очень удобно. Всегда можно открыть дверь, всегда можно здесь покушать, здесь можно поставить гриль. А здесь нету бассейна у этого дома, зато здесь вот красавица в гости нашей игуанки. Так, вот видите, здесь тоже Lake View сделано. Ну, патио можно решать как угодно, кто хочет, может строить бассейны, как бы там земли для этого достаточно, можно поставить. Вот еще раз показываю. Громадные кабинеты, очень высокие шкафы, высокие потолки. Очень здорово все сделано. Качество строительства очень высокое. Когда вы покупаете новый дом, у вас целый год гарантия. Если что-то где-то не так, то билдер все это устраняет, доделывает, ремонтирует. Без всякой дополнительной оплаты. Ну и давайте пойдем на второй этаж, поднимемся и посмотрим, что у нас происходит на втором этаже. На втором этаже здесь вот я вижу такой открытый ден. Очень удобно, как игровое место, если у вас есть дети. Если нет детей, здесь может быть офис какой-то стоять, может быть библиотечка быть, диванчик стоять, все что угодно. Ну, давайте начнем с правой стороны. С правой стороны у нас laundry room. Опять же, обустроен кабинетами, умывальником. Очень удобно, когда это на втором этаже, не надо бегать на первый. И тут у нас с вами спальня. Так, смотрите, какой большой шкаф. Шикарнейший большой шкаф здесь, в этой спальне. Так, вот я не знаю, это мастер-бедрум, не мастер-бедрум. Сейчас я посмотрю,
что здесь. Да, это мастер бедрум, потому что вот большие умывальники, здесь же есть ванна, здесь есть душевая кабинка, здесь есть туалет отдельно сделан. Вот, очень комфортно, очень уютно все сделано. Хорошие такие размеры, приятные, прям легко дышать. Приятно смотреть. И она стоит как раз отдельно, в стороне от других спален. Так, и вот сейчас здесь кондиционер, как я понимаю. Ага. Так, и вот теперь в этой стороне идем. Здесь две других спальни. Так, вот спаленка с клозетом. Тоже хороший клозет сделан. Очень интересно, очень уютно сделано. Здесь же у них вторая спаленка. Такая, ой, такая миленькая детская комната сделана. Очень кьют они сделали. Так, шкаф. Вот видите, вид такой хороший, хорошее окошко. Да. О, какая люстра. Так. И здесь получается вот уже ванная комната именно на эти две спальни. То есть ванная комната, видите, с хорошей шторой, как они сделали, интересно. Умывальничек. И здесь, так, шкафчик. Очень-очень уютно, очень хорошо. Вот это совсем другая модель. Вот это, кстати, модель, она где-то, наверное, по 800 они сейчас. Вот, хороший большой трехбедрумный дом с двумя гаражами, в хорошей комьюнити, 20 минут от океана, очень уютно здесь, очень хорошо в центре, есть олимпийский размер бассейна, есть хороший клабхаус, есть хороший спортзал, то есть здесь много чего можно делать внутри. Есть такая прогулочная дорожка, которая вокруг вообще всей комьюнити сделана. То есть можно кататься на велосипеде, можно просто ходить гулять, кто что любит. Очень шикарное расположение. Кто хочет приехать во Флориду и поселиться в красивом новом доме, пожалуйста, обращайтесь ко мне, я с удовольствием вам помогу.